Уверен, что каждый из нас и не один раз задумывался о том, что различные памятники, сооруженные в честь знаменательных событий в истории нашей страны, не только напоминание о подвигах предков, но и своеобразные учебники истории. Поэтому и отношение к этим учебникам должно быть особым. Увы, так бывает не всегда. Мемориальный комплекс боевой славы в центральной части Комсомольского парка Пятигорска был сооружен в 1985 году, накануне 40-летия Великой Победы. На круглом постаменте расположены 10 массивных вертикальных гранитных плит с выбитыми на них именами жителей Пятигорска, героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Завершают композицию мемориального комплекса 5 подлинных танковых стволов. К сожалению, почти 10 лет монумент выглядел не самым лучшим образом. В различных средствах массовой информации за это время появилось немало сюжетов о катастрофическом состоянии комплекса. Но все заканчивалось очередным косметическим ремонтом, и монумент продолжал разрушаться. Даже в период подготовки к 75-летию Великой Победы ничего толком не было сделано. Это прискорбно вдвойне. О героях надо помнить всегда, а не в связи с какой-либо датой. Правда, очередная такая дата, годовщина освобождения Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков, сыграла решающую роль в судьбе мемориального комплекса. 11 января на открытие кардинально отреставрированного мемориального комплекса прибыли ветераны, юнармейцы, депутат Государственной Думы Ольга Казакова и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Я очень хочу сказать спасибо тем людям, которые в 85 году открыли его 40-летие Победы. Потому что очень хотелось оставить те камни, на которые потом мы попремся и дальше пойдем. Я очень хочу сказать тем людям, которые сегодня добились, добивались и продолжат добиваться обустройства, улучшения жизни в своем городе. Дорогие пятигорчане, я вас всех поздравляю с хорошим объектом. И вот мемориальный комплекс открыт. Первую экспозицию для возрожденного музея, расположенного в основании мемориала, подготовил Центр военно-патриотического воспитания молодежи города Пятигорска. Выставка рассказывает о самых важных битвах Великой Отечественной войны. Я думаю, сегодняшняя дата очень важна для каждого пятигорчанина. Как-то с временем забыто тот подвиг, который 79 лет назад совершили наши деды, наши прадеды, когда они освободили наш город. Я думаю, сегодняшнее открытие комплекса, возобновленное с музеем, очередной шаг того, что мы помним, то, что мы гордимся их подвигом, и что мы можем элементарно брать сейчас, приводить наших детей, наших внуков и доказывать, что память о них жива. Сегодня можно с уверенностью сказать, что возрожденный мемориал боевой славы завершит облик Комсомольского парка города Пятигорска как комплекса, напоминающего молодым людям о славной истории нашей страны.